Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог, и сегодня мы играем в игру Dragon Hair Silent Gods, которую вы можете скачать, отсканировав QR-код, который появляется на ваших экранах. Игра доступна на Windows, MacBook, Android, iPhone. Ее можно скачать из Steam или Epic Game Store. Ну и также используйте промокоды Dragon Hair с цифрой 2 и Merry Xmas для получения внутриигровых бонусов и наград. Сегодня мы с вами будем наносить максимальный урон стихийному боссу нового мира Ирзиласу. Урон огнем по данному боссу увеличен на 100%. Наша задача, как и обычно, пробить 22 миллиона дэмэджа по данному боссу для получения максимальной награды. Кто же у нас в команде? Ну, во-первых, это танк Хорус, который вешает на себя уменьшение урона на 30%, восстановление хп при ударе и также агрит окружающих врагов насмешкой. Напоминаю, что Эрзилас призывает скелетов, поэтому пускай агрит, все хорошо. Дальше в роли хила у нас Эстелла, эпический герой поддержки, которая не относится к фракции огня, но из-за того, что сейчас у нас во втором сезоне связь со стихией присутствует, то она прекрасно вписывается в команду, и вся команда получает максимальную синергию стихий. Рхаш, герой дикости, который очень больно бьет. Напоминаю, что дикость — это подтип, когда кто-то из представителей подтипа дикости проходит проверку на заклинание, и проверка успешная, то данный герой и все остальные союзники по команде с дикой магией получают бонус к урону. То же самое Фелисити, тот же самый герой с дикостью, который также у нас заточен на урон. И если простая атака или навык приводит к критическому удару, то готовность ульты увеличивается на 5%. Также на нее напялил песочные часы из разлома, арт, который увеличивает владельцу ускорение навыков. Ну, конечно же, у нас есть еще веселый клоун Каспар, который также приверженец дикости. Все они наносят огненный урон, и у Каспара еще есть артефакт «Пламенный язык». При успешной проверке на дикость наносит увеличенный урон на 7%, и этот эффект стакается до 7 раз на 10 секунд. Ну и теперь давайте посмотрим, кто же из ребят нанесет больше урона. Начинаем бить босса, и поехали уже первые разряды ульт. Гном у нас успешно танчит. Пока что Каспар вырывается вперед, и Фелисити от него сильно не отстает. То есть все три диких героя очень идут ровненько, ноздря в ноздрю. Но Фелисити, конечно, вырывается за счет того, что ускоряет свои навыки. Но в любом случае мы за небольшое количество времени пробиваем уже достаточно хороший урон по боссу. И наш танк даже близко не думает умирать. А то, что он призывает еще насмешку на всех призванных скелетов, это нам помогает задержать скелетов у танка и наносить спокойно нашими ДД урон, не отвлекаясь на скелетосов, которые будут их бить. Наш эпик поддержки чуть-чуть прохиливает себя. Ну как, чуть-чуть, пока что хорошо хилит себя. И потихонечку иногда подхиливает еще и нашего танка. Ну, а команда по КД ультит и вносит просто феноменальные цифры урона. Эти цифры просто огромнейшие. И, например, наш лучник своим салютом может ударить на 500 000. Ну, на самом деле, это офигенный урон. И мы неплохо так продвигаемся. Нам нужно, напомню, пробить 22 миллиона. И это не будет огромной проблемой в данной сборке с данной командой. Потому что все они проходят на дикость успешно, за счет чего увеличивают урон своих навыков. Напоминаю, когда атакуют, за счет чего мы вообще просто на изи пробиваем 22 миллиона. Осталось совсем чуть-чуть до максимальной награды, ну а общий дэмэдж команды, которая сможет нанести данная пачка, давайте посмотрим уже в итоговой таблице. Продержались мы 3 минуты 13 секунд. За это время наши дикие бойцы из фракции огня внесли плюс-минус каждый по 30% урона, чуть больше. И на самом деле они бы внесли еще больше, если бы не вовремя не отъехал танк. Но в любом случае мы выполнили свою задачу, мы пробили 22 миллиона, превысив общий урон на 10 миллионов, так сказать, на верочку. Поэтому данная команда имеет место быть. Ну и в завершение хочу напомнить, что игру вы можете скачать по QR-коду, который появляется на ваших экранах. А на этом будем закругляться. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!